России в следующем конкурсе проводится операция «Витрин» с водителем. Пожалуйста, ваша подожди. Инспектор месячных операций не трезвый водитель, это не слышно. Доброй ночи, успехов за ПСО Витебск. Как мы употребляли? Нет. На минуточку к нам пройдемте, пожалуйста. Пожалуйста. Имеются признаки. Нет. Предлагается пройти свидетельствование на месте по прибору алкотеста. Начинаем. Дуем сильно, дуем. Ну дуйте. Сильнее дуйте. Ну сейчас просто напишу, что прибор. 0726. 0726. Вы с этим согласны? Ну, пишите, нормально. Ну, отстранили от управления, что вы дальше не поедете никуда. Вот здесь подпись. Вот водитель. На. Находится с признаками опьянения. Сейчас в присутствии вас он продует приборчик. Он согласился продуть прибор. На. Контроль трезвости. Посмотрим, сколько он будет. Нормально. Нормально. Он выпивший, да? Ну, по признакам, да. Да, услуга процветает. Товарищ Пинтей, подходим сюда поближе. Смотрите, у нас находится гражданин Филатов Алексей Викторович.
который управлял вот Chevrolet Niva, угу. у которого имеются признаки алкогольного опьянения. То есть сейчас ему будет предложено продуть техническое средство, прибор алкотектор, про 100 комби. Угу. Вы согласны продуть прибор на месте? Да, 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 да. Слышим, да? Согласен. По нолям, видите? Да. Угу. Видите? На табло высвечивается. Да, нали. Да, 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 то есть алкоголя нет. Дуйте. Тихонечко дуйте, берите. 0,704. 0,704. Это сколько? Это много. Привет из студии, чё? Ребята, что вы можете сказать тем, которые садятся за руль пьяные? Да, не садятся. Ну, это очень плохо. Это очень плохо. А к чему это вообще может смерть? Ну, это, во-первых, и дети наши правильно ходят по улицам. Да. И так же самое, и трезвые по улицам. Любой может в этой ситуации оказаться. Пьяный вот так вот попадись пьяный, это все, и тебе достанется, и пьяному достанется. И все в жизни себе перечеркнешь. И все в жизни перечеркнешься. Подпись. Ваша. Старшина чего? Роты. Не заблудляли сегодня с утра? Смотря что. Я имею в виду алкогольных напитков. Сейчас нет? Нет. Пост, конечно же. А, все. Всего доброго. Через неделю на жрух приеду. У нас проходит беспилот, не производите, как самочувствие. Бину и в хлам. Да. Шутка неуместная, не смешная, я вам скажу.
работе профилактическим трезвым производителем, как самочувствие? Хорошее. Хорошее? Вы трезвый, да. Трезвый? Да. Хорошо, что трезвый. Как самочувствие? Отлично. Отлично, отлично. Доброе утро, здравствуйте, Роман. Как самочувствие? Чудесное. Чудесное, да? Что-то вы часто тут стали. Совсем здорово, класс. Очень хорошее действие у кого-то. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо огромное. Всего доброго. Счастливо.